Новая техника, новые рабочие места. Компания UMG открыла в Дружковке вскрышной комплекс по добыче глины. О преимуществах новой техники Анастасия Певная. Через несколько секунд экскаваторы, грейдеры, самосвалы и бульдозеры приступят к разработке глиняного карьера в Дружковке. Старт работе нового вскрышного комплекса дает генеральный директор компании. По взмаху красного флага все машины одновременно начинают выполнять свои функции. С техническим переоснащением компании UMG появились новые рабочие места. А в будущем на предприятии рассчитывают и на увеличение прибыли. Это инвестиция порядка 50 миллионов гривен. Но мы ожидаем, что эта инвестиция нам за 5 лет мало того, что окупится, она еще принесет порядка 40 миллионов экономического эффекта нам. Этот вскрышной комплекс на сегодняшний день создал больше 100 рабочих мест. Новая техника работает на всех участках. У Иосифа Казакевича богатый опыт управления крупной техникой. В кабине бульдозера он проводит до 12 часов в день. Говорит, новая машина гораздо комфортнее и мощнее. Сколько там? 3-4 куба. А тут уже 12. Руководитель области считает, финансовое благополучие крупных компаний положительно скажется как на имидже региона, так и на его экономике. Компания экспортирует и добывает, экспортирует в районе 3 миллионов тонн. Это очень большой объем. Это практически там первая, вторая компания в мире на сегодняшний момент. И для нашей области, которая является экспортно ориентированными, естественно, реализация этой продукции и поступление валютной выручки является очень важным. Этот карьер по добыче глины планируют эксплуатировать около 20 лет. После использования проведут рекультивацию земли. Отработанные залежи засыпят черноземом и превратят в поля. Анастасия Певная, Виталий Богайчук, телеканал «Донбасс».